В Щелковском историко-краеведческом музее к 90-летию заслуженного художника России Ирины Воробьевой открылась выставка ее работ. Они хорошо известны российской художественной общественности. Неизменно привлекавшие к себе внимание зрителей в нашей стране и за ее пределами, эстампы и литографии Ирины Воробьевой воспроизводились в печати. Многое из того, что создано мастером, стало достоянием собраний музеев и картинных галерей на родине и за рубежом. Этот проект выставочный не только значим для нашего музея, он значим для всей Щелковской земли, для жителей, которые здесь живут. Потому что Ирина Николаевна Воробьева – такое явление, которым щелковцы должны гордиться, этим человеком, ее искусством, то, что она сделала для нашей малой родины. На юбилейную выставку ее организаторы собрали более 100 работ художницы. Здесь много ранних литографий, выполненных еще в студенческие годы, когда Ирина Воробьева училась в Московском государственном художественном институте имени Сурикова и ездила в творческие поездки на Целину и на стройки народного хозяйства. На экспозиции представлены и работы, в которых запечатлены красоты Щелковской земли. В подготовке выставки участвовала племянница Ирины Воробьевой, Полина Голованова, хранитель и популяризатор творчества художницы. Выставки проходят регулярно в галерее Щелковской и в музее. И на всех выставках картины, как правило, не повторяются. Еще раз говорю, творческое наследие богатое, поэтому еще до 100 лет будем показывать что-то новое. В Щелковском историко-краеведческом музее о творчестве Ирины Воробьевой подготовили и издали красочный альбом. Его на открытии выставки дарили почетным гостям. Экспозиция будет работать до 6 ноября. Андрей Цеходович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.